Всем привет! Сегодня нам посылочка пришла вот такого размера. Давайте ее вскроем. Моторизированный Картайн Трек Система. Шумно, можно вручную двигать, специального инструмента не надо, много держит, работает по Wi-Fi, видимо, либо по ZigBee. Smart Control. USB. Можно провод вставлять. Можно по Wi-Fi. Здесь сеть. Привод. Вилочка европейская, донгл, который Wi-Fi передает. Ух ты! Еще имеется вот такой пульт, называемый Smart. Сторонний скотч. Имеется паспорт. Пульта. Еще крючки, еще. Ну, скорее это ролики, да, не крючки. Нет, шурупы. Управляющая. Крепление может быть на стену, может быть на потолок. Как вы выберете. Вот это интересно, для чего. Какие-то гаечки рассыпались. Гвоздочки. Также имеется пульт. То есть у нас еще идет штора, которая имеет 6 или 12 пультов.
в одном. То есть мы, скорее всего, его и подвяжем, чтобы пульт был... Ну, пульт может быть и разный, да, а может быть один на всех. То есть вот такой вот пульт. Направляющие однополосные, можно ставить два рядом, три рядом, сколько хотите. На каждую будет свой привод. Длина 1 метр, нет, она меньше. Потом я напишу, сколько. 1, 2, 3, 4. И еще есть вот такие. То есть это нужно для соединения. 1, 2, 3, 4, 5 коротких. Сюда болты. А здесь есть уже болты, их просто вкручиваешь, они стопорятся. С одной стороны полосочка есть, с другой стороны полосочки нет. Это чтобы отметить. Ой, это ремень. Теперь гаечки собрать. Скорее всего, где-то сюда. Все, на этом все. Дальше будет идти видео, как собрать. И потом будет видео о том, как подключить.